чертова открывается. Какой? Снайперский. Да какой снайперский блокнотик? Тут такие расстояния, я тебя умоляю. Паша еще в стриме у нас пропали стопудово. 15 минут еще есть. Погнали тогда. Это, подожди. Как заутать анти этого, не людя? Ну. Ой, я перевязываю. Сейчас. Ой, вообще. А никак! А никак! Они вообще что делают? А никак! Не слутаешь ты с бота. Ладно, просто зайду за него, сейчас возьму. Зачем? Не надо, поломает тебе инвентарь. Правда, поломает. А что вы хотите делать? А, он хотел залутать? Он лутать хочет? Зачем тебе этот бот? Так, а я же гранатометчик, а почему мне гранатомета надо? Это ГПшка. Слот гранатометчик. Это было гранатометчик в скобочках ГП написано. Я не согласен. Ну вот. Прайс, сломал четвертый слот. Почему? Чё тебе надо у него? Мне нужна была М-ка. В смысле? А у тебя снайперка не? И? А ты две не сможешь взять. Мешок для трупов надо? Ну, а с Донику возьму. Че, погнали, погнали. Они зоны же не могут выходить. Да, не могут, понятно. Мы на машине? Ну, да. Надо, наверное, все-таки Адончик перенести на убийство ботов и этот ну, чат. Ну, дай потом уже как-то. Да. Где этот? И с чатом надо тоже что-то делать. Ой. Медицину тоже. Я трубу взял. И чат надо тоже будет отрубать. Да. Ну, чат я отключу по-другому, не как у нас на четвертом, там по-другому сделаю. А тут вроде есть даже, ну, как его, модуль, если не А, есть такой, да? Ну да, я гляну там, я, по-моему, добавлял сборку еще давно. Ой, стой. Стой. Я хотел, получилось так, я хотел на стрелка, сели на него раньше меня, и я вы из окна? Да, вроде можешь. Можно, да. Ты думаешь, нас сразу же не примут? Там один пока снайпер, есть шанс. Не валя. Это было. Кто-то зарядил РПГ. Кто-то РПГ зарядил, по-моему. Ну, я тоже слышу. Я им заряжу ГПшку. Ай, блин, не то. Ложись. Паша. Что с тобой не так? Я хотел переключить на гранаты. Ты там живы? Я жив. Это временно. Вы представляете, это я один столько сделал плохих вещей. А если будет нас много таких? Ну так вообще ж весело.
Не хватает эстахуда. Ой, Паша. Поддерживаю Пашу. Какой эстахуд? Вы чё, казуальщики? Сыц там здесь. Фу, Прайс, тебя такого не ожидал. Я тебе ещё помню, а эстахуд на 2. Я слышу, бота где-то орёт. Нажали, чтобы он это... Можно отключить их, не приговор. Контакты. По улице ушел. Куда? Налево. Налево. Нас потеря. Да. Я колю морфин. Убрал одного. Ранен.
Нормально, я в прошлый раз, когда кидал, она передо мной текстурой застряла. Так, дальше что у нас есть? Либо порту поменяем местами, либо пойдем на... Любой. Давай меняем. В смысле, а кто тогда за нас? Или мы вдвоем будем атаковать? Не, мы не против. А кто в башне сидел? Ну, спит, да, я сидел. А что ты так это... А у меня адма, все, я говорю, все, я пошел и иду попросить удалять комп. Мы неубиваемые? Ты неубиваемый, да. Почему? У тебя залетел мой клашман, залетел М762 винтовочный. Я кровь истекал, у меня нечем перевязаться, я вообще весь раненый был, вообще просто, у меня все плохо было. У меня бинтов ни у кого нет, я уже все трупы обшаривал, я уже думал, ну пойду сливаться. Откуда ты знал, что я в башне? Да я подумал, что башню кто-то, наверное, есть. Хотел из башни вообще пострелять сверху вниз. Думал, там бегает кто-нибудь наверняка. Неохота было искать. Я первоначально думал, может залезть в башню, короче, пострелять, потом понял, что ее забитаешь, что я там подохну сразу же. Блин, ну гранаты воронки, как я их обожаю, это просто. Что там, синяя атака, зеленая оборона, ну хорошо. Творк, не бери снайперку, вороне нахер не надо. Там лучше 136-ю возьми. Да я старший командир возьму. Вообще, Паш, ты кого брал? У тебя ГП были, да, ведь? Да. Брал? Сейчас меняем, что ли? Да. Я гранатометчик, гранатометчик ГП был, по-моему. А. Да, броники у всех. Да я не про это, мне ГПшки были. Гранатометчик ГП. Хочу с пулемета позаряжать. Давайте 3 в 2, в принципе, я вас могу в одинца даже попробовать. Не, ну я могу за вас пойти, мне без разницы. Ну не, на самом деле у меня практически получилось, то есть там реально... Так, чему же время сменим? Мне за вас зайти, за синих? Да не, нормально, нормально. Мы давайте 6 утра. О, господи. Давайте только, чтобы к нам в лицо не светило, потому что мы ничего... У нас 6 утра проблемы. Ну солнце на востоке, значит, по идее, вам спину будет. Ну, плевать, на самом деле. Главное, что... Потом... Ну, славно, черт с ним, ставь, что хочешь. Старт в Ларго. В принципе, было очевидно, что они не стартуют. Так. Что там, не запустили еще? Нет. А то я там с чатиком. RVMO. Что да, у нас не работает, как у нас старая версия? Что? Что у нас может не работать? Да, у нас рация, скорее всего, у нас сервера старая. Ну я говорю, что у нас может не работать? Да все работает. А мне ж броник занят. Да. Ну, как броник разгрузил. У меня 4 магазина, кстати, все нормально. Не, вот посмотри на эти, посмотри на меня. У меня в портфель глянь. Я смотрю, 4 магазина у меня. Странно. Тогда помнишь, ну сам. Да. Я на улице залягу, чтобы поймать их. Они, видимо, артиллерию решили включить. Я по привычке shift пробел жму, чтобы на сошки поставить. Меня слышно? Да.
Аздоник. Меня слышно вообще по рации было? А? Меня по рации слышно было? Сейчас нет, скажи. А, слышно? Первый канал. Первый канал, слышно? Ой, ты... Видимо, что-то не то с рацией. Подойди ко мне быстро, Паша, быстро. Паша, быстро ко мне, быстро подойди. Что сделать? Фух, спас меня. Не спас, еще. Нормально все. Не, меня заживал. Все? Все нормально? Аздоник? Ты на крик впереди. Привет. О. Вы что здесь делаете? О, привет, парни. Да, привет, привет. У вас канал какой? А, частота имеешь в виду? С кем ты говоришь? Я с этими. Не валяшь, который. Как ты с ними говоришь? Не знаю, они на частоте моя. Читы. Чё у террасы? По-моему, сломался. Чё у террасы? Я в рацию. У меня этот хиперис, только хиперис, хиперис, вернее. Синяя. Нет. Видимо, не выдалось нормально. Идут. 80. Азимут 80. Пиздредка. На холме они были. Че? Спрашивал про все ли живы. А, ты на крик перейди лучше. А что говоришь? На крик перейди, говорю. Так я на крик. А, да? Что-то тиховато как-то. Ладно, разберемся. Там убил кого-нибудь? Я нет, я вообще их не видел. Они пробежали по гребню горы. По складу. Да. Как эти надеть? Или берушь нет? Нажимаешь снаряжение там. Нет. А ты не берушь? Нет. Ты не взял? Не знаю. Там лежали?
Даже не знал о них. Что они есть. Валяшка. Анимация эта тупая. Че, я убил, что ли, тебя с пулемета? Да, да, да. Как? Ну, мне так нет, я не знаю, мне так рандомно залетело, не знаю. Я вообще не, я не целился даже. Нет, меня убил, меня просто одиночно убили, может, меня прайс убил, потому что такая позиция, что с вашей меня не видно было. Угу. Ну, по гребню кто-то вышел на голову, и ну, да, да, да. На чем палить. Ну, ты не попал, меня одиночно сняли. А, по-моему. Ну, значит, трайс. Валяшка, еще дом этот с ГП шел хлам. Прайс тоже с ним стреляться решил. Ну, сейчас все оптики понабрали. Хотя мы тоже. Да нет, чем у меня... Куда ну, прилетал ты ГП? Вообще непонятно куда. Непонятно. Да? Я просто респи такой думаю, да, я просто стреляю в воздух. Не, ну было где-то рядом, но недостаточно. Не, вообще не рядом. Там на склоне, где они были, там спасли. Там хоть нормально стрим смотреть, но можно не тормозить. У меня вроде не тормозит. Можно даже поменять этот. Да, качество поменять можно. Так, надо запилить убийство ботов и отключение чатика. И версию новой рации. И рацию, да. Это что-то не то. А еще надо убрать паркур, который я не знаю, за что он отвечает, но он, нет, по-моему, не нужен. Он нужен. Хочу показать. Через заборы перелазить очень удобно. То есть армаз из 2D-шности превратилась сразу в 3D-шный мир. Ладно, ни разу не почувствовал, но ладно. Мы через забор очень так хорошо перелазили. То есть припарковали прямо посередине забора и перелезли. И в окна можно, кстати, залезать. Я понял, да. И ну, я подозреваю, что если он выйдет на дорогу, он труп. Куда выйдет? На дорогу. А, ну. Чига, смотри, присоединился. Вот таким количеством играть, конечно, это какая-то ламповость даже есть. Можно даже кого-то убить. Да-да-да. Надеюсь, не валяшка не увидит прайса. Кстати, ты лестницу ставил, да, с доми? А? Лестницу ты ставил? Прайс увидел, не валяшка. Нет, все, не валяшку поймали. Это, ну, вообще это миска сломана, а не прайс. Да. А нет, живой, живой. Ух ты какой. У тебя заборчик упал. Ногой сломал. Ну, валяшка сейчас просто гпшками его гранатами. Гранатка, не долетела. Да и ладно. А сейчас его осколками. О, а у прайса долетит. Да нифига, нифига. Нет, все, по-моему, все? Сиреневый. Сиреневый, это что значит? Не без осанки. Да. А в сознание прийти можно? Ну, если повезет, да. Но Ремяшка, по-моему, уже не придет. Ну да. Здесь, кстати, вот в спектаторе удобно, что ник подсвечивается в состоянии. Ну,
Ну, сейчас прайс добежит, добьет его, вот все. Ну, это опять же из-за того, что движок, ну, сделали нормальную работу с камерой. Значит, чуть-чуть не было. Что такое неваляшка? Да-да-да-да-да. Все в дверь. Нет, он в ноги попал ему разочек. Сарайщик даже в армии 2 просто стреляется. Да, понятно. Сейчас поговорят и убьют. Изверг. Творог. Да. Ты мразота вонючая, второй раз раньше меня сдох. Меня рандомно убивает. Меня рандомно убил. Ваншотом меня прайс мастерил на самому сталаша. Я не виноват. Кого я там двоих порешал? На... Да, с Доникой меня. Нормально общались, что вы вбись рубанули, только зашел. Кстати, блин, что мне пишешь? Так, сейчас запустим. Что моя вентиляция не та? Да это глюк, нормально все. Поменяем потом. Все там. Окей, она вообще работает? Да-да. Ну, а так... А ты кричал, не уляшка не отвечал. Она так странно работает. Я думаю, может сейчас рубануть сервак не обновить? Знаете, чем был? Знаете, почему я не мог запустить? Ребят, знаете, почему не работала Адама и даже Паша на этот скрипт не запускал ее? Потому что я запускал Steam от имени администратора, да, игру обычный. И Steam такой плакливый, что не хочу ничего не запускать. Ну чё, мы давайте еще что-нибудь сыграем. Чё, сейчас. Давайте. Я говорю, может типа, мы рацию обновим? Что такое? Прям сейчас хочешь? Ну попробуй. Ну я сейчас проверю, кстати, сначала. Давай сделаешь?